Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала, друзья. Вот тюль, ну, занавески. Я эти сняла с кухни, повесила сюда для разнообразия. Мне это вот так нравится. Но видно, здесь трубы вот такие огромные. Так, или пускай повисят, пока я не куплю другие. Потому что уж мне что-то нравится. И вот посмотрите. Я здесь сняла тюль. Туда же повесил, как я вам показала. А оттуда, с коридора, вот, я уж постирала их. Повесить сюда, что ли, для разнообразия? Или это все будет ерунда, безвкусица? Ну ладно, друзья, что я сегодня делаю? Вот здесь же этот вот поставила сюда. В общем, поставила на оладьи здесь, дрожжевое. Посмотрим. Так. Это мои шишки, друзья. Я полоскаю горло. Когда что-то у меня там начинает, убрать надо отсюда. И, друзья, посмотрите, что я тут варю. Это у меня для курей варится, эти очистки. Сюда я поставила, принесла стрелки, пробланширую. Дима любит. Я их и мариную, у меня есть на канале. А это, когда времени нет, у меня целый пакет. В общем, понемногу я вот мариную, что ли, бланширую, и это очень вкусно, короче. Еще вот смотрите, что принесла. Ну, вдруг это, вы не знали, вдруг. Вот, кукуруза свежая. С морозильной камеры. Посолила 2 ложки. Так. Так, друзья, достала говядину. Тут ребра. Я думаю, они жирноватые. Ну, ладно, соскоблю. Или посмотрю, что, начистила картошки. Это вот кукуруза-то я сейчас заверну. Ну, пищевые пленки снова оверну так, чтобы ничего туда не попадало. И буду думать, что готовить. У меня сегодня должен Дима приехать. Вот, девчонки, мальчишки. Вот это у меня стрелки. Я добавила адыгейскую соль. Кинула пару листочков лаврушки. И все, вот видите, цвет поменялся. Стрелки уже так сгибаются, не ломаются. А вот послушные, в общем. Все, сейчас отключу и пускай остывает. Можно сюда и масло налить? Можно. Но не буду я масло наливать. Собрала я овощи. Тут у меня фасоль, кабачки, стрелки, кукуруза, там картошка, перец. Я не помню, что еще. И у меня там внутри ребра говяжьи. В общем, ассорти. Ставлю я в духовку. Поставила в духовку. Теперь буду делать пока оладьи. Это дрожжевые у меня. Вот такие оладьи. Так, дрожжи, соль, немного сахара на воде. В общем, вот такие, они очень ровные. Ну ладно. Что делать, когда делаешь, она всегда так. Вот так. Смотрю уж, в общем. Думаю, как бы не прозевать. Потому что отойти вообще нельзя. Так, я думаю, все нормально. Вот. Так. Ой, блин. Так, все, сейчас я уберу. Друзья, посмотрите, какая у нас погода. Снег, снежок. Вообще. В общем, там деревню обычно видать. Не видно. Так, приехал мне Дима. Приехал Дима. Дим приехал откапывать свою машину. Дим, ну и чё? Я хотела чистить, ты сказал не трогай. Вот так под снегом у него осталась машина. Почему, Дима, осталась? Сломалась она, да? Да. Сломалась и осталась. Починилась, пока стоит. А может такое быть, да? Конечно. Ну сейчас тепло оттаяло. Ну ладно, ладно. Если вдруг это самое заведется, тут поставь туда, в гараж. Да. У нас сколько? 0 градусов. Опять 0 градусов. Дим, поясницу прикрой. Столько снега нынче, столько снега. Господи. Вот такая улица у нас. Такие у нас красивые дома. Посмотрите. И вот наш дом. Не очень красивый, потому что вон шпаклевка поотлетала. Вот никак не сделаем.
Это по Гаврюшкиной части. Как говорил, настроение будет, уж летом Бог даст уж этот, возможно. Сейчас у Димы АГП машина, можно туда на крышу даже, до крыши достать. Ой, так. Так. Я вам покажу сейчас, что я готовлю, друзья. Так уж слегка. Так, друзья, вот такой мне блюдо получилось из ассорти. У меня там и фасоль, в общем, все смешалось, перемешалось. Вот кукуруза хорошо запеклась. Мясо, в общем, вкусное. Там картошка с кабачками. Вот такое блюдо, друзья, получилось. Так, девчонки, вот показываю. Вот тут у меня стрелки варились. Все, я их выловила, сюда положила. Так, сюда положила. Видите, вот мы любим вот так, чтобы длинные были. Вот не надо на кусочки, нам нравится вот так. Можно полить с маслом, можно сразу сюда, можно было налить масло. Но я ничего не буду добавлять, ни масла, ничего. А вот сюда, вот этот рассол, ну, потому что тут соль одна. Сюда налью. Так что можно хранить в морозильнике, заморозить. И когда надо, доставать и делать. Так, что тут? Лариска. Лариса, петуха мне привезла. И сейчас уедут, а я стол накрыла. Что, не будете оставаться, нет, что ли? Нет, нет, там вообще кошмар. Там кошмар. Ну ладно, пойдем сейчас я. Сразу... Да, да, да. Здорово. Ну ладно, тогда. Сейчас я оденусь. Друзья, вышла я, иду в сарай, козу подаю. Вот такая погода, посмотрите. Лариса с Сашей приехали. Я уж показала Ларису. Она петуха мне привезла. И они не остались, в общем. И вот смотрите, сколько уже надуло тут. Задуло, в общем. Вот, показываю вам, друзья. Вот этот сарай. Вот видите, сколько. Что будет завтра, не знаю. Так. Димка вот сюда завез. Заехал на машине. Сейчас включу свет. Машина с Нового года, по-моему, стояла. Вот, откопал, поставил сюда. Ну, тогда было минус 35. Вот, не завелся. Сейчас уже сегодня минус 3 было же днем. Ну, ничего, вот завтра вот снегоуборочной машиной, я думаю, почистить. Так, друзья, сейчас я посмотрю, как там петух. Петушок у нас. Патрикеевна меня ждет. Патрикеевна, ты меня ждешь, да, сейчас? Так, Петя. Петя! Петя Ларисина. Петя. Да. Вот такие курочки. Вот так. Ну-ка еще раз. Еще раз давай, Петя. Молодец. Да. Что, Патрикеев, меня ждешь? Сейчас, друзья, покажу вам, как она меня ждет. Ну-ка, Патрикеев, ай, дайте, наливаю воду. Ну-ка, показывай, как ты прыгаешь на свое место. Давай, хоп. Прошу, мадам, мадемуазель. Все, молодец, сейчас. Вот. Моя умница. Моя красавица, давай покажемся. Да, такая ласковая Патрикеевна. Молодец, давай поцелуемся. Патрикеевна любит целоваться. Когда я ее дую, она это, швыряется у меня в кармане. А я забыла взять эту... хлебушек забыла. Сейчас пойду принесу. Ну все, друзья, сейчас подаю и дальше. Опа. Надо хорошо закрыть. Все, посмотрите. Вот такая пурга у нас. Пургали, буран. В общем, вот, смотрите, как надуло уже. Смотрите, да смотрите. Вот, друзья, вон там. Видите, где свет горит, фонарь. Все хочется показать, кто не видит зиму настоящую, вот настоящая зима, русская зима. Такая вот погода. Ну все, друзья, Лариса уехали, Димка дома. В общем, друзья, смотрите, вот это вот вчера такая была пурга, буран, мело. Сейчас Дима тут наведет порядок. Смотрите.
пошутил над мамой, блин. Убежала я. Смотрите, сколько он начистил. Друзья, вот. В общем, вчера же, как я говорила, что Лариса приезжали, мы хотели же посидеть немного. Давно не общались, пообщаться, почаевничать, перекусить там. Вот. И в итоге из-за погоды они рванули. Лариса просто петуха оставила и все. Ой. В общем, вот такие дела житейские. Деревенские, друзья. Дим машину греет. Дима, как дела, Дим? А, сразу хочу сказать, там подписчики, ну, три комментария было по поводу вот этой техники, чтобы убирать вот тут боковушки, короче, не знаю. В общем, что написали, они все так и сделали. Не только мои мальчики, и Саша зять тоже. У него такая же снегоуборочная машина. В общем, этот, спасибо вам большое. Мне очень нравится, когда вы пишете, и мы, конечно же, прислушиваемся. Это полезные советы ваши. Ну все, друзья, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Пока-пока.